Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в Алании стоит потрясающая солнечная погода. Несколько дней шел дождь, и сегодня очень классная погода, и я нахожусь в районе Бекташ, и мы сюда приехали по делам, но одновременно хочу вам показать, какая у нас красота в Алании. Вот такая вот потрясающая панорама отсюда открывается на весь город. Крепость у нас находится с той стороны, и здесь пляж Клеопатры. Сюда можно доехать на автобусе 8 из центра города. Ссылку на автобус смотрите в описании. И здесь находятся очень красивые панорамные площадки. Ну а сейчас, друзья, мы поедем с вами вниз, центр города, где уже высадили тюльпаны. Представляете, конец февраля, а у нас уже распустились тюльпаны. Погода стоит потрясающая, февраль месяц. Сегодня очень солнечно, но такой ветерок немного прохладный. Мы соскучились, конечно, по лету, по солнцу, а зимой многие из вас спрашивают всегда, какая будет погода в марте, в апреле. Ссылки на погоду смотрите в описании к видео. И, конечно же, погоду я не могу предсказать. Смотрите также прошлогодние видео. Видео того месяца, погода, какого вас интересует. Еще раз покажу вам панораму и отправимся вниз. На самом деле Алания просто потрясающий город, потому что можно купаться в море, наслаждаться морем, пляжем, солнцем, а можно подняться наверх и оказаться уже вот в таких вот потрясающих горах, где я сейчас нахожусь. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Вечно зеленые леса, очень красивые горы и солнце и голубое-голубое небо. Невероятно красиво. Еще одна панорамная точка. И все, не буду вас томить. Отправляемся. На центральной площади Алании, как я вам обещала, покажу цветы, которые высадили буквально пару дней назад. А погода просто потрясающая. Вот так вот выглядит центральная площадь сегодня. А здесь цветы, которые высаживают. Еще не все распустились. Высадили только ростки. Вот эти вот тюльпаны будут очень красивые. Мои самые любимые тюльпаны вот такие вот. Снизу красные, а сверху желтые. Самые мои любимые, самые красивые. Сейчас высадили только ростки. Вот работники до сих пор красят, буквы красят, высаживают цветы. И, как я уже сказала, не все еще распустились. Через неделю, ну или через даже несколько дней, здесь будет невероятная красота у нас. Мы, конечно же, с вами еще раз сюда придем, чтобы насладиться этими прекрасными тюльпанами. Желтые, красные, белые. Вот уже желтые тюльпаны, пара цветочков распустилась. Розовые, сиреневые, фиолетовые. Красота невероятная. Все, в Аланию пришла весна. Когда высадили тюльпаны, значит, что в Аланию пришла
настоящая весна. Ну а сейчас мы с вами уже на набережной, в самом центре города. Давайте сейчас подойдем поближе к пляжу. Сегодня, как я уже сказала, солнце светит. Солнце, на солнце жарко, но все равно такой прохладный ветер. На море волн совсем нет. Вчера был дождик, и пляж очень красивый. Горы. Вода тоже сегодня такого невероятно интересного, красивого цвета. Особенно, посмотрите, вот вдали она такая зеленоватая и плавно переходит в темно-синий цвет. Вот этот маяк, на который мы с вами ходили ночью. Одно из предыдущих видео я там снимала. И вот этот пляж летом очень популярен, потому что здесь практически не бывает волн. И пляж очень хорош для детишек особенно, потому что волн здесь практически никогда не бывает. Вот я сейчас стою на солнце. Ветра уже нет, ветра не чувствую. И на самом деле очень-очень жарко. Горы такие рельефные, прям живописные. Потрясающая красота. А с той стороны у нас Солонийская крепость. На набережной много народу сейчас, несмотря на то, что сегодня четверг и сейчас всего 3 часа дня. Но все очень зеленый, классный народ. Уже тоже соскучился по солнцу, поэтому все гуляют, сидят, наслаждаются солнцем и морем. Но у меня не так много времени, поэтому я чуть-чуть прогуляюсь вместе с вами по набережной и буду уже обратно возвращаться в офис. Вот здесь стоят яхты, на которых можно прокатиться дневной тур или вечерний тур. А на этой стороне у нас находится кафешка, в которую мы очень часто ходим с Айханом, пьем чай и смотрим панораму вечерней Алании, особенно вечерней Алании, потому что она очень красива. И прогуливаясь на набережной, друзья, вы можете увидеть место, где продают вот такую вот карету, где продают сок, апельсиновый сок. Здравствуйте, мераба. Мераба, хош келдиниз. Хош булдук. Адны знаю, как вас зовут? Гази Кирола. Гази? Эвет. Гази исмин. Гази. У Гази Бэя вы можете приобрести и апельсиновый сок, сейчас и гранатовый покажет. Сок. Как делают апельсиновый сок? Мушикин, да? Ага. И получается очень много апельсинового сока. Бумакинс эны и дельми мейва сворочин. Это самая лучшая машина для отжимки сока, потому что очень сильно прессует и выходит максимальное количество сока из прессы. Потрясающе. Апельсиновый сок в любую погоду просто кладезь витамин. Ну а летом, конечно же, прохладный апельсиновый сок – красота. Benim annem çok seviyor meyve suları. Annemle bekleriz buraya meyve suyuna. O şu an Rusya'da ama bir iki ay sonra da gelir. Biraz soğuk onun için. Ya aslında Rusya'da eksi kaç? 20-25 şu an. Evet. Вот так вот делают апельсиновый сок. Вот такая вот красота здесь на набережной. Солнце спряталось за тучками.
Но несмотря на то, что солнце спряталось, все равно очень красиво, очень графично. Вот эти вот пальмы на фоне крепости, красивые цветы, красивые корабли. В общем, потрясающая, очень красивая набережная у нас в Алании. Ну, а я перехожу сейчас вот эту вот дорогу и отправляюсь уже в сторону офиса. И покажу вам по дороге еще несколько разных парков. Парк для детей. И вот, друзья, солнышко зашло, ну, практически, и стало так немного прохладно. Сейчас мы пройдем в другой парк. Парк с фонтанами, которые многие из вас любят и знают. Находится он тоже прямо в центре. И летом здесь очень красиво, потому что распускаются цветы. И когда солнечная погода, все очень такое яркое, красивое, зеленое, с цветами. И вот этот звук воды, ну, просто невероятный. Здесь, кстати, еще плавают рыбки. Ну, сейчас холодно. Рыбы вряд ли есть. Рыбы сейчас нет. Вот здесь тоже уже высадили цветы. И на этой прекрасной ноте, друзья, я с вами прощаюсь из такого красивого парка. Добро пожаловать в Аланию. Пишите ваши комментарии, вопросы. Ну и, конечно же, приходите в гости в офис. Ссылку на местонахождение нашего офиса я оставлю в комментариях. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Вот из такой вот солнечно-пасмурной, переменчивой Алании. Всем пока-пока.